Всем привет-привет! Напоминаю, что недавно у нас обновился сайт и изменилось только оформление в принципе заказа. И, конечно, я спешу вам показать, как делаем заказы именно через сайт, через компьютер или же просто через сайт в телефоне. Как делаем заказ через приложение, обязательно прикреплю выше в видео. Значит, я нахожусь на сайте www.faberlic.by. У вас есть личный кабинет, у вас есть логин-ключ, поэтому мы всегда кликаем на вход. Не регистрация, а вход. У меня все уже сохранено автоматически, вам же нужно ввести логин и ключ из SMS. И чтобы было так, как у меня автоматически, ставим птичку «Запомнить меня» и нажимаем «Войти». Значит, сейчас прогружается, вот прогрузилась. Значит, вот выше идет весь ассортимент по разделам. Ваша цена идет красненькая. Вот, допустим, глубокое очищение. Вот гель-скатка. У меня скидка 26%. Помним, что скидка повышенная у тех, кто делает постоянно 50 баллов. Вот красная цена моя, но помним, что она срабатывает всем. Правила компании для всех одинаково при минимальном заказе. Минимальный заказ в Беларуси 29 рублей в ценах каталога, в России 1000 рублей. Здесь можно искать все, что вам нужно, и добавлять сразу в корзинку. Когда вы зайдете первый раз, вас попросят ввести адрес доставки. Если я сейчас начну так добавлять, оно мне автоматически добавляется, потому что у меня адрес доставки введен. Напоминаю, что самая дешевая доставка в Беларуси на пункты выдачи. И вы уже выбираете сами свой город и адрес. Также можно вот сверху, слева искать все быстренько в поиске. Можно писать словами, вот допустим, нож, и выскочит все со словом нож. Или же можно писать по артикулу. Я же хочу вам показать, как делаем заказ, где вот по артикулу. Где вы знаете, что вы хотите, артикулы, или же у вас есть каталог. Значит, кликаем «Заказ по артикулу». И смотрите, здесь у меня уже кое-что есть в корзинке. Я сейчас удалю. Вот как удаляется оно быстренько. Удалить и подтверждаем. То есть, мало ли, может, вы случайно кликнули. Поэтому обязательно двойное такое удаление. Если вы заходите первый раз, вам здесь будет обязательно добавляться каталог, пакет, может, еще какие-нибудь брошюрки. Сами смотрите, нужно оно вам или нет. Но от пакета рекомендую не отказываться. Если у вас большой заказ, все-таки нужно куда-то где-то положить этот товар. Значит, выбираем заказ по списку. Вот слева, я думаю, вы видите голубенький заказ по списку. И вот сразу появляется такая строчка. И здесь мы добавляем по артикулу. Вот. Средства для чистки духовок. И сразу, к примеру, мне нужно 3 штучки. И смотрите, оно попадает в предкорзину. То есть мы просто выбираем товар. Ну, так как я знаю артикул, я могу так добавлять. Здесь их, допустим, мне тоже... крема надо 3 штучки. Допустим, я не помню, как называется вода, точнее артикул, только помню название. Пишу «мур-мур». Вот выскакивает слово, все со словом «мур». Мне нужна вода. Вот есть сразу пометочка 30 миллилитров, мне нужна большая. К примеру, мне тоже нужно 2 штучки добавить. Вот, больше мне ничего не надо. Проверяем и кликаем «Переместить в корзину». Вот, этот товар у меня сейчас есть. Значит, персональные акции сейчас у нас находятся здесь сразу. То есть не надо кликать «Продолжить», они находятся здесь сразу. Кстати, обращаю ваше внимание, если вот такой вот зелененький значок, это значит сработала какая-то акция. Если же такой же значок красненький, вот сейчас я сделал, вот можно добавлять здесь, вот к примеру я добавлю 5,
И смотрите, что сделается. А, все равно четное, я хочу нечетное количество. И вот смотрите, одна штучка у меня показана таким очень вызывающим красным цветом. Это значит, не сработала акция. А акция сейчас звучит при покупке двух дешевле. И, в общем, видите, сразу видно, что при покупке двух 4,89, а если одна 8,69. То есть сайт вам подсказывает. Так что от одной удаляемся. Дальше. Персональные акции, как я уже сказала, не нужно нажимать продолжить. Сейчас они находятся здесь. И вот сразу смотрим все акции. Просто каждую акцию открываем. Нужно, допустим, мне пудра. К примеру, 3 штуки. Обязательно снизу кликаем «Применить». Дальше выбор всех водичек. Опять же, допустим, мне нужно 2 водички. И смотрите, сверху пишется, сколько максимум мне можно. Мне можно, по моему заказу, 13 штучек. Дальше вот каждую акцию открываем, открываем, открываем. Дальше предлагают каталоги. Если, допустим, мне не хочется так листать, я могу отдельно кликать и сразу попадать в распродажи, в драйвы, в пакеты. То есть сами все можете кликать, не бойтесь, не стесняйтесь, как я всегда говорю. Это ваш личный кабинет. Вы здесь можете что-то где-то щелкать, добавлять, удалять сколько хотите, пока не нажмете утвердить, заказ не придет. Вот я, что мне нужно, добавила, больше мне ничего не надо, кликаю продолжить. И здесь смотрите, сразу проверяем. Значит, мой заказ, мой пункт выдачи. Если вдруг у вас уходит на другой пункт выдачи, значит, здесь вот можно кликнуть изменить, и сразу изменяется на те точки, которые у меня есть сохранены. Дальше. Весь перечень товаров размещен вот таким вот маленькими окошками. Чтобы полностью проверить, кликаем «Смотреть». И вот сразу показывается, сколько всего, что у меня в заказе. Опять же, зелененьким светится, где акция. Вот, я проверила, все правильно, все верно, мне это нужно. Возвращаюсь обратно и нажимаю «Подтвердить». Затем вот выскакивает быстренько такой вот значок, что заказ в процессе утверждения. И вот вы видите привычный чек, где показано, что по какой цене вы взяли. Помним, что моя цена — это вторая строчка. Сколько баллов, сколько всего, сколько к оплате. И опять же, если вдруг вы утвердили и вспомнили, что, ой, я еще не добавила, к примеру, там крем для рук, кликаем «Разутвердить» и опять попадаем в корзину. И опять вы можете или что-то удалить, или что-то добавить. Всех приятных покупок и не бойтесь оформлять сами заказы. Это очень легко. Главное, все читаем здесь, все на русском языке.